из книги «Открытым оком», том 2. Вопрос 896. Тема «Дети Лагерстан». Почему ваш лагерь называется Лагерстан и почему именно в честь Климента Анкирского? Кто он такой? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У нас в лагере в красивых рамках под стеклом около 15 различных пояснений, уставов, распорядков. Вот как там написано. Пояснение. Наш православный детский трудовой лагерь «Стан» назван в честь епископа священномученика Климента Анкирского. Климент с латинского «милостивый». У мальчика Климента отец был язычник, а мать Ефросиния, христианка, отдана замуж по принуждению. Климент в переводе с греческого «отломана молодая ветвь виноградной лозы», лозы Христа. Отца лишился, будучи еще в колыбели, а матери в 12 лет. Климента усыновила благородная, честная и богатая подруга матери София. Город Анкара, Ангара, в Галатии, часть Малой Азии, когда случился великий голод, язычники бросали детей своих при дорогах. Святой отрок Климент собрал их в дом приемной матери, покормил, одевал, учил и приводил к святому крещению. Епископ Климент был усечен мечом во время литургии, он терпел мучения от 11 мучителей в течение 28 лет. Более Климента Анкирского никто никогда от создания мира не страдал. Он перенес невиданные мучения, какие только изобрел дьявол. Святой Климент Анкирский, наш покровитель и заступник, моли Бога о нас. Пояснение. Наш православный детский трудовой лагерь «Стан» в честь Климента Анкирского 23 января 5 февраля нового стиля 302 года получил юридический статус, зарегистрирован управлением юстиции Алтайского края 5 апреля 1996 года, номер 139. И по уставу, в самом названии он зарегистрирован данным государственным органом не как лагерь-стационар, здание корпуса, но здание корпуса, но именно под названием лагерь «Стан», за 25 лет своего существования, передвигавшийся с места на место около 10 раз. Слово «Стан» имеет свое происхождение первоначально в Библии. За 3600 лет до наших дней из истории исшествия израильтян из Египта в Ханаан для христиан от земли на небо. Исход 4.24. Таких станов остановок у евреев было за 40 лет странствования по пустыне, 41-42. Смотрите Библию, археолог Иеронима, выпуск 2, 1884 год, страница 292-324. По-еврейски стан Мате, Мохана, числа 1-16 и 2 глава 24-5. Стоянка, установка шатров, палаток, шалашей, числа 9-15 и далее, числа 33 глава, Левитам 14-12, 6-11, 8-17, 10-4 и далее, 13-46, 24-14, числа 12-14 и далее, 31-19, Второзаконие 23.10 и далее, Иисус Навина 6.22, Левитам 14.5. На туристические лагеря не распространяются никакие государственные законы, санитарные нормы, страховые, налоговые, пожарные, иные требования, инструкции, написанные для детских, лечебных, спортивных, трудовых, оздоровительных и иных лагерей стационаров. Лагерь наш комплексный, вместе с детьми могут пребывать и прибывать родственники, родители. Время нахождения в лагере «Стане» может быть продлено. Слово «Стан» к слову «лагерь» было подставлено мною, потому что лагерь слишком ассоциируется у русских людей с заключением. В дальнейшем это слово «Стан» сыграет очень положительную роль при регистрации лагеря «Стана».
считая, что меня надоумил сам Господь сделать эту приставку, а уже потом были сделаны остальные пояснения.